Здравствуйте, товарищи! Мы рассмотрели различные виды и формы движения, становления, изменения, развития. Причем, когда мы добрались до развития, то мы различили в нем прямо противоположные тенденции. Одна тенденция прогресса, другая регресса. А если мы применяем эти понятия к анализу и к исследованию общественных явлений, то вместо слова «регресс» обычно употребляется понятие «реакции», имея в виду, что это идет возврат к прошлому, к отжившему, к умирающему, и оно наступает на прогрессивное, передовое, нарастающее и так далее. Но уже если вы возьмете становление, то в становлении это противоречие выглядит как противоположность возникновения и прихождения, не правда ли? Возникновение – это не было и стало, а прихождение было и не стало. Поэтому вот эта вот непрестанная борьба противоположности, которая есть во всем, и которую люди как бы, ну, вроде бы и не отрицают, но делают вид, что ее нет, или не замечают, или считают, что это такие погрешности, от которых можно абстрагироваться, и настолько абстрагировали, что и не заметили, как развалили и уничтожили Советский Союз. Поэтому, если бы люди об этом все время помнили, не забывали, что без борьбы ничего не бывает, и что борьба продолжается даже, когда не будет классов. Потому что, когда не будет классов, будет борьба нового со старым, умирающего, отживающего с передовым. И поэтому борьба – это вечное условие существования и развития, борьба нового со старым. Ну, соответственно, и борьба старого с новым, поэтому не бывает борьбы в одну сторону, есть борьба и противоположная. Поэтому, если бы мы поставили вопрос так, а вот наступит, когда полный коммунизм, можно будет сказать, что всякая борьба прекратилась? Нет, конечно, как только прекратится борьба за коммунизм, то снова вернется предыдущий строй. А какой предыдущий строй? Коммунизм неполный, то есть социализм. А если и при социализме не бороться за перерастание социализма в полный коммунизм, вернется социализм в капитализм. Вот. Тем более на примере Советского Союза и на судьбах десятков и сотен миллионов людей это уже проверено. И такой урок изучения диалектики должен быть наконец выучен. Хотя некоторые думают еще обойтись и без диалектики, без исследования этого, без усвоения этих всех вопросов. И вот теперь, вооружившись таким, можно сказать, более острым зрением, которое позволяет нам рассматривать общественные явления и процессы, мы можем приступить уже к рассмотрению, дальнейшему рассмотрению бытия. Бытия. Какое бытие мы будем рассматривать? Будем рассматривать общественное бытие. И тут выясняется, что применительно к общественному бытию и общественному сознанию, то, что говорилось в самом начале о том, что бытие первично, а сознание вторично, ну, не в таком буквальном смысле применяется. Потому что если вы возьмете отдельного человека, то нельзя сказать, что его сознание определяется его бытием. Почему? Потому что, сказать, роль сознания достаточно велика, и если уж говорить точно, чем определяется человек, его существование, его жизнь, его деятельность, то человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Вот то, что я сейчас произнес, это один из тезисов Маркса к Фейербаху. О Фейербахе. Если вы возьмете собрание сочинений Маркса Энгельса, третий том, и известную работу Маркса и Энгельса «Немецкая идеология», то вот ей предшествуют эти тезисы о Фейербахе, что человек есть продукт обстоятельств и воспитания, ну и воспитатель сам должен быть воспитан. Поэтому воспитывает человека и обстоятельства жизненные, и другие люди. То есть человек мог встретить кого-то на жизненном пути, который на него так сильно повлиял, что это определило его дальнейшую судьбу, определило дальнейшую его жизнь. Поэтому, кто думает, что бытие определяет сознание,
и вот так формулирует такой тезис, он ошибается. Бытие не определяет сознание. Есть тезис непреложный, о котором мы говорили, что первично бытие, а сознание вторично. Это да. То есть есть бытие, а есть его отражение в головах людей. Вот это сознание. Бытие первично, сознание вторично. А вот то, что бытие определяет сознание, вы можете во многих местах услышать, прочитать. Это не научное утверждение, это ничего общего с наукой это не имеет. Бытие сознание не определяет. Человек вместе с его сознанием определяется обстоятельствами, воспитанием. Воспитывайте как следует людей, они будут хорошими. А не так, что вот любое бытие, распрекрасное бытие, может привести к тому, что человек является при этом негодяем. И мы очень хорошо знаем, что бывают люди, у них все есть для развития, а развития нет. А у других нету для развития, но они развиваются. А как звучит тезис, который правильно было бы применить, и который является истинным по отношению к общественному бытию, взятому в целом, и общественному сознанию. Этот тезис звучит так. Общественное бытие определяет общественное сознание. Не бытие определяет сознание, а общественное бытие определяет общественное сознание. Для этого, для того, чтобы понимать смысл этого вот утверждения, а это утверждение – это основное фундаментальное положение исторического материализма. Что вот как только Маркс и Энгельс это открыли, что общественное бытие определяет общественное сознание, началась эра исторического материализма. Стало возможно объяснить развитие общества материалистически. А, собственно, из посылки материалистической, что бытие первично, сознание вторично, нельзя было еще вывести, как должно развиваться общество, и объяснить развитие общества было невозможно. Поэтому, еще раз повторяю, надо освободиться от невежественной, неверной предпосылки, невежественного, неверного утверждения, что бытие определяет сознание, и твердо запомнить, что основным тезисом исторического материализма является тезис о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. Ну вот, поскольку это так, надо разобраться с тем, а что такое общественное бытие и что такое общественное сознание. Ну, легче всего разобраться с общественным сознанием. Общественное сознание – это сознание общества. А из чего оно состоит? Оно состоит, во-первых, из мыслей тех людей, которые живут в этом обществе, и тех мыслей, которые раньше в обществе жили. То есть оно, это сознание, не исчерпывается теми мыслями и взглядами, которые имеются только в головах ныне живущих. Дело в том, что все ныне живущие опираются в своем развитии на предшествующее развитие сознания. Оно закреплено в науке, в религии, в культуре, в искусстве и так далее. И, например, культура так и определяется, это накопленный опыт человечеством, материальный и духовный. Поэтому, когда вы берете общественное сознание, нельзя брать сознание только современников в отрыве от того, что было сделано предшествующими поколениями, поскольку современники, они базируются на том, что было создано до них, и они имеют это сознание не только в головах, но и в книгах, они имеют это в пьесах, в картинах, они имеют это в художественной литературе, они имеют это в музыке, они имеют это в религиозных трактатах и так далее. И все это тоже должно быть принято во внимание, когда мы говорим об общественном сознании. Ну а что такое общественное бытие? Вот. Что такое общественное бытие – это отдельный большой вопрос, потому что общественное бытие – это не просто бытие каких-то отдельных вещей или каких-то отдельных благ, а это материальное производство. То есть, поскольку речь идет об общественном бытии, о том, что нужно для того, чтобы общество было, жило, существовало,
Вот нужно было, и об этом писали и Маркс, и Энгельс, для того, чтобы общее сосуществовало, для того, чтобы можно было заниматься наукой, искусством, чтобы можно было заниматься другими сферами, там, скажем, медициной, спортом, физкультурой и так далее. Что для этого нужно? Для этого нужно сначала есть, пить, одеваться и иметь крышу над головой. Поэтому вечным условием человеческого существования, предпосылкой человеческого существования и его материальной основой, материальной основой существования общества является материальное производство, то есть производство материальных благ. И это хочется особенно подчеркнуть в связи с тем, что некоторые товарищи под производством понимают все, что угодно. То есть можно производить, как говорится, мыльные пузыри, можно производить глупые мысли, можно производить то, что никому не нужно, и что оно является материальным, но не является благом. Но вот поэтому надо выделить именно материальное производство и его рассмотреть. А для того, чтобы выделить материальное производство, давайте рассмотрим, что это такое материальное производство. И начнем не с материального производства, как очень сложного понятия, а с более простого. Более простым понятием является понятие труда. Что такое труд? Труд, я сказал, более простое понятие, легко его определить. Это деятельность, сознательная, целенаправленная деятельность по созданию материальных благ. И все. А у Маркса есть более развернутое определение труда, которое на эту деятельность смотрит, так сказать, с таких более широких позиций, что это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Еще раз. Труд – это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Ну, раз он приспособляет вещество природы, то он его преобразует. И вот это преобразованное вещество природы – это и результат труда. А эта деятельность есть процесс труда. А то вещество природы, которое человек ставит между собой и природой для того, чтобы преобразовать эту природу, называется средство труда. Поэтому средство труда – это всякого рода инструменты. Это может быть лопата, это может быть саха, это может быть плуг и так далее. И дальше больше, все более и более сложные орудия. Когда говорят о средстве, то имеет в виду некий средний термин. Вот есть человек, есть его воздействие на природу, и вот такое вещество природы, самой природы, которое человек приспособляет, чтобы воздействовать на природу, или переделанное вещество природы уже в предыдущих циклах труда, вещество природы, которое он ставит между собой и природой, вот это уже средство труда. Например, когда вы варите лапшу и решили посмотреть им помешать эту самую лапшу, чтобы она не слиплась в комок, что вы делаете? Вы не суете туда палец в кипяток, а вы берете ложку и начинаете ей размешивать. То есть вы берете ложку, вещество природы, и используете ее как некий средний термин средства труда. И, так сказать, успех вам обеспечен. И вообще, поскольку мы говорим о природе, то кажется, что природа, это когда нам видна, то когда мы выходим на улицу, видим деревья, цветы, небо и так далее. На самом деле нас все время окружает природа. Если вы сидите дома, у вас на стенках картины, у вас обои, у вас пол, у вас есть потолок, у вас есть мебель. Вот все это что? Это тоже природа. Какая? Это же все природа, но очеловеченная, переработанная, переделанная с помощью человеческого труда. Все, что нас окружает, в основном природа. Такого, так сказать, первобытного, так сказать, места, на котором ничего бы не было сделано, ну, в городах-то уж точно нет,
И вообще на Земле все меньше остается таких уголков, где куда ни ступала нога человека, и так или иначе его не преобразовывала. В положительном плане, и в плане того, что он выращивает новые культуры, выращивает новые или выводит новые сорта животных, это тоже очеловеченные уже животные, домашние животные. Или наоборот, так сказать, загрязнение природы, выкидывание банок консервных, всякого рода бутылок, или, скажем, создание, полустихийное создание островов из этих плавающих бутылок прямо, так сказать, в океане, которые, диаметр которых исчисляется уже километрами. Сотнями. И даже сотнями километров. Вот это все. А человечная природа. Все, что пластмассовые эти банки и бутылки, это же природа. Но вот превращенная в такого рода результат деятельности человека, который 200 лет никак не сможет исчезнуть и будет напоминать и следующим поколениям, какие безобразные вещи творило наше поколение. Так сказать, не только великие, и хорошие, и полезные, но и вредные для будущих поколений дела. Вот это труд. Вот с трудом мы и разобрались. Некоторые понимают по трудом любую полезную деятельность. Например, вот я сейчас читаю лекцию. Чтение лекции в широком смысле слова тоже можно считать трудом. То есть это полезная деятельность, которая приносит определенную пользу, способствует обучению студентов, аспирантов и так далее. Но с точки зрения политико-экономической, трудом является труд только в только в смысле непосредственного производства материальных благ. Некоторых это раздражает, некоторые, так сказать, возмущаются. Как так? А вот есть труд в сфере искусства, есть в сфере, так сказать, музыкального творчества, есть труд художника, есть труд певца, продавца и так далее. Каких только видов труда нет, и все они нужны, уж медики точно нужны и так далее. И как это можно вот на первое место поставить труд того, кто сделал таблетку, это материально-производительный труд, а вот врача, который с высшим образованием, он вот труд у него не материально-производительный. Это объясняется очень просто. Если вы хотите воспользоваться методом исторического материализма, вы должны очень строго различать труд в смысле Адама Смита или вот материально-производительный труд. Труд непосредственным и основным результатом которого является вещь энергии или перемещение вещей энергии в пространстве и все остальные виды полезной деятельности. Потому что полезной деятельности очень много. В широком смысле можно это называть трудом, но это не труд в политико-экономическом смысле слова. Точно так же, когда речь заходит о производстве, а производство вообще более сложное понятие, чем труд. Некоторые думают, что, скажем, производство осуществляется тогда, когда идет труд. Не совсем не обязательно. Например, вот тот, кто знает, как производится вино, а это почти все знают, хотя мало кто участвует в этом производстве, они знают, что после того, как создано сусло, и вино перебродило его, заливают в бочки из дуба, дубовой, и закладывает на хранение соответствующие погреба винные. И вот в этих погребах оно стоит. И чем дольше оно стоит, тем больше ценится. Причем считается, что, вот, скажем, вино 10-летней выдержки гораздо более ценное, чем 1-летней выдержки. И я думаю, что всем понятно, что если вот так можно и представить, и сидят такие здоровые мужики, и 10 лет они смотрят на это вино, и так его и не выпили. Какая у них выдержка? Какая выдержка заключена в этом вине? А труд в это время идет, ну, если уж быть совершенно точным и конкретным, то время от времени иногда эти бочки переставляют, переворачивают. Какой-то труд небольшой совершается, материально-производительный. Но главным образом они просто хранятся, и это вызревает. Это вино вызревает, продолжается внутренний процесс его, как бы, внутренней доработки. Или вот сейчас у нас начало апреля.
на территории нашей страны, за исключением самых южных ее частей, или лежит снег, или как раз началась весенняя распутица. Это значит, что никакая техника, ни трактора, ни веялки, то есть ни сеялки и так далее, не могут выехать на поля. Они там застрянут, завязнут. А производство идет, зерновых культур, идет. А зимой производство этих зерновых культур шло? Шло. С участием человека? Нет. Без участия человека. А как так? Ну так, что это человек посадил, посеял озимые культуры. Когда? В октябре. Они взошли, стали 10-15 сантиметров высотой эти всходы. А потом пошел снег, укрыл эти всходы, и шел процесс какой? Закаливание, усиление корневой системы и подготовки к тому, чтобы начать бурное восхождение, как только сойдет снег. Как только сошел снег, все озимые пошли бурно в рост, потому что влаги очень много. Столько влаги, но кто будет поливать эти самые поля? Никто их поливать не будет. Основная масса полей, так сказать, не поливные у нас. Я имею в виду поля, по крайней мере, зерновых. А в это время влаги залейте. Но это для зимы. А что касается яровых, а с яровыми надо ждать, когда, до какого периода. Надо ждать, пока не высохнет земля, и можно будет вывести технику на поля, и тогда пойдут и трактора, и бороны, и сеялки, и посеют яровые. Ну, всем, я думаю, должно быть понятно, что производство озимых культур дает гораздо более высокий урожай, чем производство яровых, потому что и весь срок, в течение которого они растут, значительно меньше у яровых, и поэтому и результат значительно меньше тоже. Значит, что мы из этого примера для себя усвоили? Усвоили, что труд и производство – это разные категории, разные понятия. И нельзя просто производство отождествлять трудом. Если идет труд, значит, производство осуществляется. А если идет производство, это не значит, что сейчас осуществляется труд. Он может быть как началом этого процесса. Потому что в производстве участвует не только человек и орудие, которое создал человек, но и природа. Земля участвует в сельском хозяйстве? Участвует. Солнце участвует? Участвует. Поэтому вот Маркс писал, что земля это и природа это мать урожая, а человек его отец. Вот таким образом. Так что такое производство? Я сейчас дам вам строгое определение, мы его будем разбирать. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Еще раз. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Ну вот давайте для того, чтобы понять правильно и полностью его понять, это определение разберем. Что значит производство есть процесс? Что такое процесс? Процесс – это изменение во времени. Если о времени речи не идет, то это не процесс. А процесс во времени может быть более быстрым, там, более медленным, менее медленным и так далее. Это раз. Процесс присвоения. Это очень важное понятие присвоения, с ним очень многое связано. И не путать с усвоением. Если вы съели завтрак, то этот завтрак у вас в организме, если вы хорошо переживали пищу, он будет усваиваться. А присвоение что такое? А присвоение, есть такое определение присвоения, присвоение – это превращение в процесс
своей жизнедеятельностью. То есть, если я что-то превратил в процесс своей жизнедеятельности, я это присваиваю. Вот что такое присвоение. Но вы, наверное, понимаете, что можно присвоить и чужое добро. Но оно раньше было чужое, а когда его присвоили, оно становится добром того, кто его присвоил. Разные существуют формы и способы присвоения. И законные, и незаконные. Скажем, вот каждый капиталист присваивает, купив на заработную плату рабочую силу рабочего, присваивает весь труд, который совершает рабочий, результаты этого труда. Значит, поскольку часть он созданной стоимости отдает рабочему в виде заработной платы, другая часть присваивается. Сколько присваивается примерно сегодня времени рабочего капиталистам в современной России? Примерно за один час создается эквивалент заработной платы, остальные 7 часов рабочий работает на капиталиста. И капиталист бесплатно присваивает эту часть. И это как бы считается в соответствии с законом. Причем не только в соответствии с законом юридическим, но и в соответствии с законом стоимости. Потому что такое закон стоимости? Он говорит, что все товары должны продаваться по стоимости. Вот, ну, да, если мы купили по стоимости вашу рабочую силу, хотя это не так, у нас зарплата значительно ниже стоимости рабочей силы, но это уже другой вопрос. Но вот если капиталист купил рабочую силу по стоимости, то рабочая сила обладает таким свойством создавать больше стоимости, чем пошло на ее производство. И если мы даже предполагаем оплату по стоимости, то есть обеспечивается рабочим совокупность таких благ, которые необходимы, в том числе и жилье, необходимы для нормального воспроизводства работника и членов его семьи, чтобы он постоянно воспроизводился как работник, то все остальное присваивается в этом смысле безвозмездно, ну, как бы на законном основании. И задача перехода к другому, более высокому строю состоит в том, чтобы трудящиеся присваивали то, что они сами создают. Они те люди, которые присваивают чужой неоплаченный труд. Присвоение чужого неоплаченного труда называется эксплуатацией. Эксплуатацией. Присвоение чужого неоплаченного труда. Если вы будете применять это вот определение, то не забывайте про слово «чужое», потому что, скажем, вот дети, конечно, они присваивают труд своих родителей. Их родители кормят, их родители поют, их родители обувают, одевают и так далее, водят в школу, водят из школы, занимаются с ними. Это требует, убирают, подметают, стирают. Это требует много-много труда. Но это не чужой. А раз не чужой, то это не эксплуатация. Правда, если этот сын великовозрастный или дочь 30-летний уже или чуть ли не 40-летний, а его все продолжают также обслуживать престарелые родители, то на самом деле, поскольку они уже даже и по паспорту считаются не родители, дескать, уже все, это уже не дети, и тогда уже эти же самые дети превращаются в паразитов, в эксплуататоров и присваивают уже труд своих родителей, хотя они уже могут сами трудиться и создавать материальные блага. Вот это присвоение. А слово «присвоение» предполагает деление на свое и чужое. То, что было чужим, стало своим. Это что значит «своим»? «Своим» — это не то, что я это использую или это применяю, но это означает, что общество признает, что это мое. Вот если общество это признало, что если нет спора по поводу того, мое это или нет, или этот спор был, но разрешился в мою пользу, тогда это мое. А если не разрешился он в мою пользу, то, возможно, у меня это отберут, так сказать, еще и меня и накажут за то, что я присвоил чужое. Поэтому очень важно. Так вот, производство есть процесс присвоения чего? Продуктов труда.
То есть производство и это одновременно и создание продуктов труда, и их присвоение. То есть идет создание, и в ходе этого создания присваивается. Обычно, когда это, так сказать, было детство человеческого общества, когда работник работал, он же и присваивал. Или так, по-другому. Работник работал, а присваивала вся община. И это все было общим. Поэтому труд был нередко индивидуальным, а вот присвоение было общим. Но как только появилось рабовладение, труд был у одних, а присвоение у других. У раба никакого присвоения не было. Вот он мог усваивать тот кусок, который ему выделил рабовладелец, из того, что создал раб. Вот при этом усвоение тут было, а присвоения все равно не было. Он как бы ел чужое, не свое. Все, что делал раб, принадлежало кому? Рабовладельцу. В этом очень сильное противоречие рабовладельческого способа производства, рабовладельческого строя. Что производители создают не свое. Оно изначально не ваше, то, что вы создаете. Поэтому никакой заинтересованности у рабов в том, что они, чтобы они развивали производство, развивали производительные силы, чтобы они соревновались друг с другом, чтобы они налаживали лучшее это производство. Нет и не может быть. Подсюда и секрет, почему набеги с известного периода, набеги представителей других вроде бы не таких культурных государств привели к тому, что был разрушен рабовладельческий строй и установился строй феодальный, где работник не только создавал не свое, а где он создавал не свое? Он создавал не свое, когда он работал на помещичьих феодальных латифундиях. То, что там создавалось во время труда на барщине, это что такое? Это принадлежало барину, помещику. Но условием этого труда было то, что барин предоставлял крестьянину землю, и он там 3 или 4 дня в неделю мог работать на своей земле, кормить свою семью, обеспечивать свою семью и присваивать то, что будет. Не мог он присвоить землю, земля оставалась помещичьей. И присваивал результаты своего труда на своем участке земельном, который ему выделял помещик. Поэтому здесь уже было присвоение не только эксплуататорам, но и присвоение работникам. А вот когда наступил капитализм, то произошло некоторое отрицание. Вот как у раба весь результат принадлежит кому? Труда. Он принадлежит рабовладельцу. Так вот и в капиталистическом обществе кому принадлежит результат труда рабочего? Капиталисту. То есть трудится рабочий, а результат труда принадлежит совсем другому человеку, капиталисту. Или трудится много, а присваивает результаты труда этих многих рабочих один человек, капиталист. Вот что происходит в капиталистическом обществе. Или, скажем, в чем суть коммунистического общества? Коммунист означает общий. Что значит коммунизм? Это значит, что не только трудятся все, но и присваивают все сообща, присваивают обществу в целом. Никто не может сказать, что это мой продукт, но пользоваться он может. То есть он может пользоваться на равных основаниях с другими членами общества, фондами, которые все вместе и создают. Так что вот вопрос о присвоении очень важный. Возвращаюсь к определению производства. Производство есть процесс присвоения предметов природы. Это все часть этого определения. Что значит предметов природы? Я уже говорил, что предметы природы бывают девственные, когда речь идет о той природе, которую еще никто не трогал, к которой никто не подходил, и она под руками человека не изменялась. Сейчас такой природы становится все меньше и меньше. Человек идет все дальше и дальше, выше и выше, глубже и глубже.
И поэтому такой природы, которая не была бы очеловеченной, и в положительном смысле, в смысле ее развития, например, выведены замечательные породы скота, вот, разводится домашняя птица, домашние животные, вот, выведены замечательные породы там, собак, кошек и так далее. И замечательные виды культур сельскохозяйственных, замечательные виды цветов, растений, в том числе парковых, вот, и соответствующая культура развивается. И в то же время мы понимаем, что деятельность человека наносит, если она не контролируется, если она не планируется, если она не связана с рассмотрением всего этого процесса в целом, она наносит ущерб природе, ширится помойки. Хотя бы вот, решение этой проблемы с помойками не такое уж и сложное, так сказать. Вот мы живем недалеко от Финляндии, там раздельный сбор мусора, и кажется, что это какая-то вот несбыточная мечта, что вот в одной бак кидайте все черный металл, в другой бак цветной, в третий пластмассу, в четвертый бумагу, в пятый стекло, и все, нет проблем. И то есть сами люди, так сказать, когда выносят, они это кидают в разные места. Можно подумать, что это вот, дескать, там культурно, а у нас такой культуры нет. Но я хочу вот как свидетель напомнить, что у нас в свое время, когда здесь у нас был советский социалистический строй, и первым секретарем Ленинградского обкома партии был товарищ Романов Григорий Васильевич, вот был организован сбор пищевых отходов в каждом подъезде, через этаж стояли баки с крышками большие. В эти баки люди могли выбрасывать пищевые отходы, очистки, картошки, шкурки от яблок, апельсинов, лимонов и так далее, косточки и прочее. Все, что представляет собой отходы потребления. Эти отходы собирались ежедневно, приезжали машины, забирали эти отходы, чтобы эти отходы не прокисли, не стали несвежими. Это каждый день забирали эти отходы, и дворники, которые у нас жили в каждом доме была служебная квартира, которая теперь приватизирована, и теперь гастарбайтеры, бог весть откуда приезжают дворники, для того, чтобы здесь как, подмести снег или пыль. И приезжают они уже тогда, когда этот снег затоптали, а уже опять, пыль это уже на ногах. Вот тогда эти дворники должны были мыть эти. И утром эти баки выставлялись на лестничных площадках через площадку. И это работало как часы. А ленинградцы имели много дешевой свинины и отличную ветчину. Такой ветчины вот с того времени, можно сказать, я не едал. Вот. А я тогда был мальчишкой, и моя задача и была быстро побежать и выбросить в этот самый крышку открыть и выбросить туда пищевые отходы. Так что ничего такого тут заоблачного нету, мы это делали. Но делали потому, что думали о том, как организовать. А не так, чтобы свалить железо, бумагу, дерево. Все это вместе в грязь, навалить огромную кучу, потом там начинаются страшные химические процессы, вонь и так далее, а потом начинаются митинги, мы требуем, чтобы это убрали. А куда убрали? Задача ведь убрать, это не решение задачи. Вы отсюда уберете в другое место, а этих трудящихся к другим трудящимся это перенесут. Значит, задача в том, чтобы это наладить и сделать как следует. Ну вот, нынешняя, так сказать, основанная на частной собственности власть, она так и смотрит, так сказать, они живут в хорошем месте, там нет помойки, и поэтому они не торопятся реализовывать те задачи, которые требуют люди, чтобы были реализованы. Вот это относится к природе. Так вот, природа у нас действительно очеловеченное и в положительном, и в отрицательном плане, и мы все время имеем дело с природой, и даже если вот у вас
металлические ручки, или металлическая посуда, или металлические сковороды. Вы прекрасно понимаете, что сначала находят руду, руду эту добывают, потом ее уплавляют, потом переплавляют, добавляют необходимые вещества, чтобы обеспечить прочность, надежность, формуют и так далее, штампуют, или, если надо, фрезерует, то есть вот таким образом появляются и посуда, и другие предметы. И, собственно, сами средства производства, то есть станки, оборудование, машины и так далее, это тоже человеческая природа. Если вы, так сказать, видите кирпичный дом, то это, конечно, тоже человеческая природа, потому что кирпич делают из кембрийской глины, которой у нас полно тут в Ленинграде, под Ленинградом. Формируют, так сказать, такие глиняные кирпичики серовато-зеленоватого или голубоватого цвета. Потом их обжигают, они становятся красными, и получается красный кирпич. И если он сделан правильно технологически, получается очень прочный, надежный, теплый строительный материал, который использовался издавна и сейчас используется строительстве очень широко. И все понимают, что в кирпичном доме жить лучше, чем в бетонном, потому что кирпич дышит, а бетон не дышит. Поэтому все это красиво можно обставить, сказать, залить стенки, залить потолки, залить необходимые там, обеспечить проемы. Вот. Но это не будет так здорово, как, скажем, кирпичные дома. Зато это можно быстро сделать, быстро продать и получить большую прибыль. Продолжаю рассматривать определение производства. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот на том примере, который я рассматривал, на примере озимых культур, совершенно ясно, что производство продолжает здесь идти, то есть в это время, пока озимые находятся на заснеженных полях под снегом, в это время заключаются необходимые договоры, намечаются необходимые меры для того, чтобы во время посевной или во время уборочной не вздували цены на горючие смазочные материалы. Собирается по этому поводу правительство, никакое, неважно какое оно правительство, все равно оно собирается, потому что если этого не будет, то будет потерян огромный урожай и нанесен урон стране и государству. Вот поэтому все эти меры осуществлять, это тоже входит в понятие производства, потому что производство – это не просто процесс присвоения предметов природы, а это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. И вот какая форма общества, такое и производство. Поэтому и различают производство первобытно-общинное, производство рабовладельческое, производство феодальное, производство капиталистическое и производство коммунистическое. Отдельного социалистического производства нет, это коммунистическое производство в неразвитой форме, в его низшей фазе. Вот эта форма производства. Вот теперь мы, можно сказать, определили, что такое производство. То есть производство – это не сводится к труду. Это, так сказать, процесс общественный. И это процесс, если брать на самое начало определения, процесс присвоения предметов природы. То есть это, конечно, процесс материального производства, потому что предметы природы – это материальные предметы. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. И вот это вот производство первично, общественное производство первично, а общественное сознание вторично. И это вот теперь мы можем сказать, что мы разобрали и понимаем, в чем состоит основная посылка и основное фундаментальное утверждение исторического материализма, что общественное бытие, то есть производство, определяет общественное сознание. Вот это вот производство общественное, это и есть общественное бытие.
Вот это общественное бытие, которое определяет общественное сознание, и это главное. То есть, если люди его не придерживаются, они сходят с научной точки зрения на вульгарную, переходят. Дескать, все одинаково важны, все полезны, много есть полезного, важного, нужного, но определяющую роль в жизни общества и в развитии общества является, имеет материальное производство. Материальное производство или производство как таковое. Хотя можно говорить о производстве идей, о производстве мыслей, о производстве программ и так далее. Это такая форма абсолютно не запрещается. Потому что речь идет о... что всякий человек что-то допроизводит. Поэтому разные могут быть виды того, что производится. Но надо различать всегда, что производится ли это что-то материальное, или производится какая-то идея или форма идеи. Скажем, картина, если производится, как вы понимаете, художник имеет всегда материальный носитель. У него есть холст, у него есть краски. Он берет краску, накладывает на холст, или, как говорил Аркадий Райкин, это прежде, что такое художник? Это прежде всего человек, который берет нужную кряску и кладет ее в нужное место. Вот с точки зрения, так сказать, материального процесса. Но это не главное. Главное в художественном творчестве – создание художественного образа. А вовсе не в том, чтобы куда-то накладывать краску в какое-то место. А вот если речь идет о репродукции с картиной, это уже материальное производство. Она производит что? Вот репродукция. Репродукция можно использовать. Это материальная вещь. Это не продукт идеи, это продукт уже материального производства. Копии всякого рода, копирование. Одно дело создание, так сказать, творческий процесс, а другое дело копирование, ее просто повторение, воспроизводство. Копирование не создает новых идей, но и не теряет никаких идей. Передача, скажем, каких-то идей другим людям, поскольку это идеи, а не вещи. То есть, если вы вот какую-то вещь передали другому человеку, у вас теперь ее нет, а идея. А если я идею передал другим людям, она у других людей есть и у меня осталась. Вот я сейчас читаю лекцию, если я вам передал идею, это не значит, что у меня этой идеи уже нет. Поэтому отсюда и вывод, что нельзя применять мерки материального производства, в том числе в отношении оплаты и так далее, к сфере духовного производства, там, где речь идет о производстве идей, а не производстве вещей, материальных благ. Потому что здесь нет никакого обмена. Если я отдал авторучку, значит, у меня ее нет. А если я отдал идею, так она у вас есть, у меня есть. Поэтому, так сказать, я не решился этой идеей, поэтому непонятно, почему я... Передача этой идеи должна быть оплачена. Поэтому, скажем, применительно к государственным деятелям или к деятельности в сфере государства, Ленин, например, употреблял такое слово не зарплата, а жалование. Вот чиновники должны получать жалование. А что значит жалование? Ну, сколько им пожалуют люди за ту деятельность, которую осуществляют эти чиновники. Вот сколько пожалуют, столько и хорошо. Это жалование. Теперь, что мы можем теперь сказать об этом тезисе исторического материализма, что надо его применять широко и уметь применять. Он гласит, что общественное бытие определяет общественное сознание. Какие выводы отсюда следуют? Выводы, которые большинством человечества и большинством граждан нашей вот страны, в том числе, не усвоено. И раньше не было не усвоено, и сейчас не усвоено. Что означает, что общественное бытие определяет общественное сознание? Если бытие феодальное, то какое сознание в этом обществе? Какие взгляды господствуют? Взгляды крестьян или взгляды помещиков? Вот в этом обществе господствуют взгляды того, кто имеет определяющую роль в производстве, помещичьи взгляды, феодальные взгляды. Поэтому, даже если вы возьмете крестьянские восстания, там Петра Болотникова, Степана Разина, Емельяна Пугачева, они что хотели сделать? Доброго царя.
То есть это никак не выходило из рамок феодальной идеологии, феодального сознания общественного. Ну а скажите, пожалуйста, какая идеология господствует в рабовладельческом обществе? Ну какая? Идеология рабовладельцев. Но рабовладельцы, тем не менее, не допускали никогда рабов ни к какому голосованию, поскольку раб вообще не считался человеком. Раб – это говорящее орудие. Он должен создавать то, что изначально, и даже в момент создания, уже принадлежит рабовладельцу, и все. И ни о чем другом не может быть разговора. Поэтому, хотя мы говорим о демократии применительно к рабовладельческому обществу, что вот были демократические государства, но это демократические по форме, демократические, если за людей считать только рабовладельцев и некоторое количество свободных граждан. А основная масса народа, то есть основная масса людей этого общества, рабы, они вообще не считали за людей. И поэтому никогда демократия рабовладельческая не была властью большинства. Она была властью меньшинства, а вот внутри этого меньшинства вопросы решались по большинству голосов. Они, но тут народ тут ни при чем. Дело в том, что народом рабы не считали. Что касается рабовладельческого общества, там вообще эти игры демократически не велись. Там имелась власть феодальная, есть помещики, это люди служилые, они на службе, они специально к этому готовятся, они изначально для этого обучаются, а крестьяне, они должны добывать хлеб и работать на полях, и все. Поэтому никакого допуска крестьян по власти быть не может. А вот в этом отношении буржуазное государство, оно очень сильно отличается. Вот в буржуазном государстве отношения политические строятся на праве всех с чем-то выступать, что-то говорить, что-то заявлять. И выражением это является так называемые права человека. Что про права человека говорили выдающиеся люди нашей страны? Например, Николай Гаврилович Чернышевский говорил, что права человека – это права, вроде права есть на золотом блюде, если оно у тебя есть. Если есть у тебя блюдо, пожалуйста. Если нет, у тебя право тоже есть, только блюда нет. Скажем, вот в сегодняшней России есть бомжи. Что такое бомж? Бомж – это без определенного места жительства человек. Если он без определенного места жительства, у него дома нет. А право у него есть на жилье? Есть. Ну и как? Справа. Ну, справа отлично все. Право на жилье есть, а чего нет? А нет жилья. Точно так же и с правом на жизнь. Вот у нас, так сказать, люди, которые не могут найти работу, поскольку капиталисты устроили такое общество, в котором кто не нашел себе работу, тот не будет и есть. А причем они так организовали это общество, чтобы была безработица. А зачем они так организовали? А чтобы трудящиеся, они требовали себе высокой зарплаты, потому что всегда есть за воротами люди, которые готовы их заменить. Поэтому нет таких капиталистических стран, в которых не было бы безработицы. Маркс специально говорил об этом, что это резервная армия труда. То есть это гири на ногах рабочего класса, которая не позволяет рабочему классу подняться и осуществить свои интересы. Потому что если кто-то начинает бороться, его пытаются выкинуть в ряды безработных. И все время эти безработные нависают над теми, кто работает. Так устроен капиталистический строй. А права вроде бы у всех равные, и в том числе равные права в отношении голосования. Пожалуйста, голосуйте, только у вас есть право голосовать, а у вас нет ни телекомпаний, у вас нет ни издательства, нет у вас ни средств размножения тех или иных, так сказать, идей, лозунгов и так далее.
Вот у вас есть право на митинги, а у власти есть право решить, где это будет ваш митинг проходить. Вот если вы заказываете митинг, мы вам скажем, где вы будете проводить свой митинг, чтобы вас было не слышно и не видно, чтобы вы не мешали общему буржуазному порядку. Все это, так сказать, вот правовая основа. Эти все права, они утверждаются законом. А в принятии законов участвует соответственно парламент. А в парламенте есть палаты. Сначала нижняя палата решает, потом верхняя палата решает. Все решается голосованием, а членов парламента кто выбирает? А все. То есть все вы участвовали. Если вы чем-то сейчас недовольны, вам могут сказать, так вы же участвовали в голосовании. Ну, вы остались в меньшинстве. А почему вы остались в меньшинстве? И вот люди думают, что надо просто лучше готовиться, лучше выступать, больше митинговать. И они все ожидают. Люди, вот не образованные в области марксизма, в области исторического материализма, думают, что они в этот раз не выиграли, только они в следующий раз выиграют. Если не в следующий, так через следующий. Если не через следующий, то все-таки они все-таки выиграют, наконец, на выборах в парламент. И тогда будет другое правительство, как КПРФ сейчас называет, народного доверия. Столько раз народ обманывали, и тут вдруг еще будет правительство доверия. С какой-то стати народ должен доверять тем, кто никогда у власти не был и еще ничем не доказал свою преданность народу. Кроме того, что он уже при буржуазном строе попал в Думу, получает там 400 тысяч рублей в месяц, пенсия будет получать 75% от дохода, и вот мы должны этим людям ни с того ни с сего верить. А они играют вместе с правящей партией, вместе с буржуазией, которая правит в стране, в одну и ту же игру, что мы все время голосуем. Но можно, если применять принцип исторического материализма и не забывать его, легко додуматься до того, что общественное бытие определяет общественное сознание. Какое общественное бытие в буржуазной стране? В общественной, в буржуазной стране общественное бытие буржуазное. А если оно буржуазное, значит в результате этого общественное бытие определяет общественное сознание, значит и сознание буржуазное. Значит, в большинстве голов в буржуазной стране какие идеи? Буржуазные. А если в большинстве голов буржуазные идеи, люди пойдут на выборы, и они будут голосовать в соответствии со своими идеями. А идеи у них в большинстве голов буржуазные, значит, большинство получит буржуазные партии. А раз большинство получит буржуазные партии, всегда, всегда на выборах трудящиеся или партии трудящихся будут получать меньшинство. И только безграмотные люди, дураки, можно сказать, или темные люди, которые не знают, что такое исторический материализм, или не применяют исторический материализм, думают, что можно победить на выборах. Это наивные люди, дурачки. И вот партией таких дурачков является Коммунистическая партия Российской Федерации. Она, значит, хочет сделать бесчисленное число попыток, хотя ни одной попытки за все время существования человечества успешной такой попытки победить на выборах не было. Иногда приводит пример Чили, накануне фашизма в Чили. А в чем это состоит пример? Что вот социалистическая партия, которая отказалась от диктатуры пролетариата, то есть перестала быть партией трудящихся, она получила тогда, естественно, большинство на выборах, потому что а почему бы не дать большинство на выборах той партии, которая не собирается делать социализм, хотя и называется социалистической. В конце концов, и национал-социалистическая партия – это партия, нам известно, что фашистская партия называлась в Германии национал-социалистическая рабочая партия Германии. Поэтому тот, кто думает в политике, что вот красивое название вас выручит, он ошибается. Слово «социалистическое» ничего не означает. Вот применительно к тому, что произошло в Чили, никакой власти не получил там Альенде и его партия, они получили места в парламенте. Парламент – это один из элементов, один из частей или одна из частей государственного организма. А есть армия, которая мощнее. Армия дала по шапке этому Альенде, так сказать. Застрелила его и насадила там фашистскую диктатуру. Вот и все. Вот что произошло. Это вот единственный пример, который приводит. А больше никаких примеров и нет. И это и понятно.
Возьмем пример из нашей страны. Вот у нас 17-й год, буржуазная революция, все ходят с красными бантами, и уже, так сказать, все социалистические партии, кроме большевиков, нацелились на то, что у нас теперь будет настоящий парламент, настоящий, и вот сейчас мы только выборы проведем, учредительное собрание. А что по этому поводу думают большевики и Ленин, как видный теоретик большевистской партии? Они думают, что на выборах в учредительное собрание, конечно же, победят какие партии? Буржуазные и мелкобуржуазные. Почему? Потому что у нас общественное бытие буржуазное, поэтому и в головах у людей буржуазные идеи, поэтому и на выборах будет выбрано большинство буржуазных. Это слабый человек был политический Ленин, не слабый. И партия большевиков слабая была, не слабая. И что же они, какое место получили при выборах в учредительное собрание? Второе. А больше они могли получить? Нет. Может, просто им надо было лучше готовиться? Может быть, надо еще ждать следующих выборов, нового этого самого учредительного собрания или нового уже парламента, который будет, и снова проводить, как КПРФ все время ждет, что на следующих выборах они вот возьмут верх, получат большинство и так далее. Есть у Ленина такая работа, которая называется «Выборы, учредительное собрание и диктатура пролетариата», в которой он объясняет вот этот основной принцип исторического материализма. Он говорит, что раз общественное бытие у нас буржуазное, не может быть так, чтобы при буржуазном строе, при господстве буржуазных определителей воли победили бы коммунисты. Это невозможно. Поэтому мы рассчитывать на выборы не можем. С другой стороны, мы не можем не считаться с тем, что управлять Россией, такой большой страной, и вообще любой страной, можно только тогда, когда на вашей стороне находится большинство народа. Но дурачки и лакеи Второго интернационала думают, что это большинство надо получить при господстве буржуазных определителей воли, при частной собственности, при господстве буржуазии, у которой в руках все средства, которые нужны для оболванивания народа. Поэтому сначала надо взять власть, опираясь на то влияние, которое мы имеем в народе. И мы, говорит Ленин, имели в войсках Северного фронта, в Петрограде, в Москве подавляющий перевес сил. Мы берем власть, а после этого осуществляем меры в области бытия, которые привлекут на нашу сторону большинство народа. Большинство народа что тогда? Кто был? Это крестьяне. Крестьянам мы даем землю. И выполняем вековую мечту крестьян о том, чтобы землю разделить по едокам. Земля крестьян. Закрепляем это декретом советской власти. Раз. Второе. Рабочие получают то, что они уже, можно сказать, частью уже получили. А именно, явочным порядком после февральской революции стал устанавливаться 8-часовой рабочий день, мы закрепляем это декретом о 8-часовом рабочем дне. И передаем контроль над предприятиями рабочим, чтобы рабочие контролировали, чтобы производство не разрушалось, чтобы производство не превращалось, так сказать, в такое орудие борьбы против трудящихся. Далее, мы выходим из мировой войны, объявляем все договоры тайные, делаем явными с другими государствами, поскольку нам нечего скрывать от своего народа, и заключаем мир. И выходим из мировой войны, из этой мировой бойни. Вот когда были осуществлены эти меры, на сторону большевиков перешло большинство народа. А как проверить, большинство перешло или не перешло? По голосам, по бюллетеням или нет? А проверяется, говорил Ленин, это гражданской войной. Вот в гражданской войне выиграли трудящиеся, которые выступали за большевиков. А те, кто были против большевиков, проиграли. Вот это и означает, что большинство народа было завоевано. Вот это надо иметь в виду, когда мы говорим о том, как завоевывается большинство.
Потому что общественное бытие определяет общественное сознание. Большевики сумели изменить общественное бытие за короткий срок, революционным путем изменили общественное бытие, и это общественное бытие крестьян изменилось. Они были без земли, стали землей. Рабочие должны были 11,5 часов работать, теперь 8 часов, и они имеют рабочий контроль. Людей гнали на бойне, на убой. А теперь они перестали воевать. Правительство стало заключать мир. Поэтому за такое правительство стало выступать большинство народа. То есть вопрос о большинстве и меньшинстве не такой простой. И Ленин подчеркивает, не бумажками решается, не голосованием бумажками, не бюллетенями решается этот вопрос, а решается, как всякий вопрос, исторической классовой борьбой. И классовая борьба должна вестись в интересах большинства народа и самим народом, тогда он выиграет. А если он будет ждать результатов голосований, он будет только проигрывать всякий раз. Вот такая история. Это вот большой исторический пример, который показывает, что и сегодня мы должны понимать, что общественное бытие определяет общественное сознание. И все люди, которые наивно думают, что вот сейчас будут выборы, и на этих выборах выиграют ваши представители, это наивные люди. Вот сейчас сколько недовольных ходит с лозунгом, что долой эту самую пенсионную реформу, мы протестуем. А что вы протестуете? Вы же эту пенсионную реформу демократически проголосовали в парламенте, правильно? Парламент, повторил, парламент выше президента, потому что президент может издавать указы, а парламент может издавать законы и принимать конституцию. Поэтому президент это никак этого не может противодействовать. Но он, кстати, никакого другого проекта не вносил. Было трогательное единство парламента и президента, поскольку президент только внес поправки. Поправки может вносить, во-первых, каждый депутат мог вносить свой проект пенсионной реформы. Вот КПРФ внесла свой проект, нет? А там много кандидатов от КПРФ. Хоть один бы человек внес бы другой проект. Повысить пенсию в полтора раза, сократить срок выхода на пенсию или сократить рабочий день без сокращения срока выхода на пенсию, чтобы общее время труда, которое больше, чем у трудящихся Европы, у наших российских трудящихся, оно сократилось. Кто-нибудь внес проект? Никто не внес. И президент не внес другой проект. Президент дождался второго чтения, то есть когда закрепилось вот это одно предложение, которое внесли люди, защитники интересов капиталистов и противники интересов рабочих. И потом дружно Дума это проголосовала. И, так сказать, этот мяч закатился в ворота. А большинство-то голосовало за эту Думу? Да. Это же все депутаты. Это же они все прошли. Они за них все голосовали. Поэтому вот это голосование, оно как бы теперь людей по рукам и ногам. Вы же сами проголосовали. Чего теперь протестуете? Вы же их избрали. Вот на новых выборах, лучше голосуйте. Но как вы будете голосовать? Идет голосование на самом деле за партии. А голосование за партию означает, что есть список партийный. Вам Иванов не нравится, а он Иванов в списке, и вы никак его оттуда не уберете. А если это так называемые андомандатники, такие тоже у нас есть, то андомандатники – это люди очень богатые, потому что нет таких у нас трудящихся, которые могли бы иметь столько денег, чтобы провести в Думу. То есть выборная кампания стоит таких денег, которые не под силу никакому обычному представителям трудящихся. Некоторые товарищи фокусируют свое внимание, что мы получим допуск к телевидению, к радио, давайте пойдем на выборы. Вы получите крохи, минуты. А человек, который имеет деньги, зарплату получит время, что он будет днями сидеть на телевидении и говорить, и выступать. И понятно, что телевидение перешибет все ваши листочки, которые вы расклеите, и которые завтра сорвут команды тех кандидатов, которые с вами конкурируют. Вот так обстоит дело. Я вдобавок хочу сказать, что я участвовал в этих выборах
дважды. В том числе был кандидатом в народные депутаты СССР по Ленинградскому национально-территориальному округу, когда у нас тут было 35 таких кандидатов, и выиграл тогда Иванов, которого потом уличили в преступлениях в Узбекистане, и куда-то он пропал. А шума было и треска очень много. Вот. А второй раз я был кандидатом в Думу государственную. Ну, даже до регистрации не дошел. И мне женщина из комиссии избирательной говорит: ну что же вы, Михаил Васильевич, вы сели бы у компьютера, и увидели бы, какие у кого адреса, и собрали бы так подписи. Я говорю: нет, это меня такая дорога не устраивает. То есть не надо быть наивными в этих делах. Общественное бытие определяет общественное сознание, и результаты выборов определены тем, какой общественный строй. Не выборами меняется общественный строй. Он никогда выборами не меняется. Никогда от феодализма не переходили выборами капитализму. Выборами не переходили от рабовладения к феодализму. Всегда это была революция. А революция – это штука насильственная. Поэтому такие сказки, что вот на выборах кто-то может перейти к другому строю – это детский лепец. Так сказать, детские сказки, в которые верят люди политические, наивные или теоретически неграмотные. Вот можно считать, что это сегодняшняя лекция – приоритете общественного бытия над общественным сознанием, о том, что общественное бытие определяет общественное сознание, это вот ликвидация безграмотности в области исторического материализма и в области понимания общественно-политических процессов. На этом мы ее и сегодня закончим. Спасибо за внимание.